Сейчас мы глянем, что там за окном. Ну, это вот нормально. А? Ты зачем залез на покрывало? Это вот кто тебя просил, а? Это пипец. Не намазал он, интересно. Вот и все. Так нравится на мягком. Куры работают на навозе. Давайте, давайте. Раскидывайте его, чтобы прям было. А то я накидал кучкой. Ну вот как, не включить камеру и не поздороваться? Блин, совесть замучить потом за целый день. Так что, дорогие мои, я всех приветствую. Со всем здоровью, всем доброго здоровья желаю. Так, утро началось. Скотинный уборок закончилась. Как говорится по-русски, жопу себя вмыли. У поросят почистила. Блин, ну как Золушка прям, да? Вы скажете. Мне надо был канал назвать не «Галюнь деревня», а «Канал доброты». Какие же вы мне пишете комментарии? У нас Маша была в шоке. Мам, я написал там один комментарий. Ром-терапия. Ну что, нигде так не провоняешь, как в сарае. Блин, мне чуть не порвали, Вадь, там за тебя. Что и ванна есть, и все на свете. Ой, блин, все на свете. Ой, вот так. Я говорю, вот такие у меня подписчики, вот такие мне комментарии хорошие пишут. Молодцы, спасибо вам. И вот еще, кто подружился со мной в Одноклассниках, я, если не ответил вам, вот там, может, день, вы не обижайтесь на меня, я все равно отвечу, я увижу, что вы ко мне заходили, что что-то писали. Просто мне бывает некогда, вы сами знаете. Ну, стараюсь. Стараюсь изо всех сил ответить. Когда видео смонтировала, сохраняю, выставляю в YouTube. Тогда начинаю отвечать на комментарии. Так что все, я захожу сейчас в дом. Буду заниматься делами какими-нибудь. Ну, сейчас отдохну сначала. Позавтракать надо. Всех накормил. Теперь очередь до меня дошла. Скажите, я вам не показалась? Вот она я. А я сегодня с утра. Вы не поверите. Я уже давно это делаю. Просто я... Это мой секрет был, я молчала. Я делаю массаж лица уже. Потому что все виснет. Ну, я показывала. Как-то ролик у меня был, что я показывала, делаю. Но потом я не то, что забросил, некогда вот. А сейчас опять начала делать. Как я... Да, уже все, лицо обвисает, становится, блин, дряблое. Ну, ничего, как говорится, мои года, мое богатство. А погода сегодня замечательная. С утра про солнышко выглядывало, сейчас туман, но на градуснике 0 градусов. Теплынь, вообще, это не последний день января, а кажется, прям как последний день февраля. Слава богу, январь заканчивается, да, какой он долгий был, и Новый год, и Рождество, и Крещение, и вообще тянулся, тянулся. Но он всегда так, январь тянется. Вчера еще разморозила мясо, 2 кусочка, не стало больше. Тут раз чуть не доели, вот, вчера разморозила. Ну, а чуть некогда было. Ну, а сегодня, говорю, надо сварить. Суп закончился. Чуть надо есть сварить. Не знаю. Будешь как сваришь, его разогреваешь 100 раз, а суп сваришь. Один раз съешь, а потом и неохота его. Он какой-то делается непонятный. Даже не знаю, что делать. Ну, сейчас мясо поставлю. Бульон сварю, а видно.
А здесь сухари себе хочу посушить. Сухарики. Сейчас батон, а то заплесневеть. Купил когда? Субботную у меня купила. А сегодня уже среда. Заплесневеть. А это сейчас в духовке поставлю. Ну вот. Поджарил сухарики. Теперь все десна обдеру. Слышите, хорошо? Но черный, конечно, вкуснее. Вот так. Ну ничего, все равно пойдет на перекус. Красивый, да? Угу. Друзья, делайте. Всем приятного аппетита. О, хрустит как. Ну вот только сухарь дожевала. Гоняю во рту. Хочу обратиться к женщине с нашего села. Ну как к женщине? Ну женщина. Она может старше моей Маши на 2 года, наверное. Вот. Я не знаю, что ей плохого сделала. Короче, ей не нравится то, что я про кого-то говорю хорошо, а про кого вообще ничего не говорю. Или, может, сказала, но вкратце. Ей это не нравится. И она людей настраивает против меня. Дорогая моя, я знаю, что ты меня смотришь. К утру тебе начинать с моего ролика. Так что не мути воду. Я тебе прошу. Не надо. Потому что не надо, чтобы люди со мной плохо общались или что-то там. Я не хочу этого. Я ни про кого плохо ничего не сказала. А сказал хорошо, значит, человека заслужил. И про другого скажу. Я про всех говорю хорошо. Так что займись своими делами. А тебе есть чем заняться. Я тебе вот так скажу. Так что вот так, мои дорогие. Сказал про одну женщину, что она очень хорошая, там, чистоплотная. Ей не понравилось. Она стала мутить другую женщину. Та стала мне названивать. Почему я про нее не сказала, а сказала про другую. Ну, короче, вот не знаю, в чем дело. Так что не надо. Так, а мне сейчас надо под пол залезть. Посмотрю, что у меня там. О. Компотик надо достать. И, блин, нафиг я столько лука оставила. Ну, 3 сетки осталось. Сейчас это... Залез, цветы гляну свои. Что-то там за крест какой-то валяется. Может, Добрынин? Сейчас гляну. Посмотрю свои бегони, пеларгони, что там с ними. Сижу, ноги в подполь опустила. Сама сижу на полу. Может, вот кому такая пена монтажная нужна? О, у нас ее много. Она не просрочена, ничего. Надо поглядеть срок годности. 860 миллиметров или миллиграмм. Что тут? Так что бутылок 6-7 продам по дешевке. Так что пишите мне, звоните, кому нужна. И подешевле. О цен договоримся. Вот такая монтажная пена. Ахтон называется. Ахтон. Так, достал варенье клубничное. Компот вишневый. Сейчас погляжу, что у меня тут с этими. С гладиолусами и с бегонией. Ого! Девочки, да они уже весну чувствуют у меня в подполе. Ого, какие, да? Раз ты, ну пусть пока.
Пусть пока трогать я их не буду. У меня их должно быть 3, да? А, нет, 2. 2. Две. Вот такие уже. Ну, вот как землю занесу, разморожу, тогда посажу. Они какие красивые-то у меня были. Такие росты дали уже. Так, ну а гладиолус нормально себя чувствует. Я же их все обрабатывала в Максиме. Ничего не посохли в этом году, вы представляете? То вся да прям засохшие все. И тут, наверное, все целенькие. Все на... А, ну вот один. Ну, это детка, наверное, был. Посмотрим, короче. Я очень рада, что они все такие хорошие. Все прикольные. Не, пусть пока. Еще февраль. В конце февраля можем достать тогда. Они только начинают. Но бегонит потом посадим, да? Пусть пока полежат. Осторожно, сейчас назад их. Сколько много, да, деток? Это я у себя в районе покупала, в садоводе. Мне так понравились. И вот если будут, у меня было, были какие-то цветы, я уже забыла. Куплю белый. Белого точно не было. И еще какие-нибудь. Было красный, наверное, и розовый. Ой, сколько я много разговариваю. Так что, кому пен нужна, обращайтесь. Рада помочь. Слазила в погребок свой. Достала банку борщевой заправки. Ведро яблок достала. Вот. Сейчас сюда вот в ванну поставлю. Пусть ты тряпочку постелю. Еще, наверное, на такое ведро осталось. Все. Я там гнилые выкинула, курям достала. Ну, все-таки уже, гляньте, сегодня 31 января. Яблоки наши целые. Достал ведро картошки. Сейчас тоже туда, вот сюда поставлю, чтобы не мешалось. Вон. Свеклы. Курям достала, и они вот в ведро залезли, подолбали. Ну, вы представляете? Картошку, морковь, да свеклу достала. Я вам не показывала, как я лазила. Телефон был разряженный. Вот. Я не показала вам. Мусор надо сегодня выкинуть. Набрали там. И вот в пакет. Мне так нравится пакет. Прям не в ведро, в пакет прям поставлю. И бросаю тут. И качан капусты обчистила. Ну, не очень был он сверху такой. Засахаренный. Вот там мясо сварится. Сейчас поварится еще тогда. Борщ все-таки свариваю. Не хочу я есть супы. Вермишелевый, да и гороховый. Их один день поешь, и неохота больше. А больше он будет стоять в холодильнике. Взял, разогрел, да поел. Правда, я говорю? Правда. Соглашайтесь со мной. Так, девочки. Мальчики. А я иду на почту. Мне пришло на телефон оповещение, что получить посылку. Но я знала, что мне сестра отправила. И я делала отслеживание, что она уже должна сегодня прийти. Но гляжу, пришло. Сейчас иду на почту. Сестра с мужем, который в Краснодарском крае, Майкопский район, они мне послали посылку. Я иду, на себя гляжу. Я одела шапку с хомутом. И смотрю на себя и думаю, блин, на меня так Вань похож. Он тоже у него шапки. Вот дом он ходил с подворотом. И тоже вот такие. Но я ему маш тоже вязала. И похож. О, Господи, что это такое? Тут обливался, что ли? Так что иду. Сейчас схожу, получу. И будем с вами распаковывать.
что там. Интересно, да? Может, что вкусненькое? Не знаю, она ничего не говорила. Она сказала, что послали тебе посылку. Почти 9 килограмм. Еще мне ее надо оттуда дотащить. Ну ладно, все, иду. Было бы что тащить, да? Хорошо, когда получать. Пришла я домой. Еле дотащила посылку, что прям вообще тяжело было. 9 килограмм. А так, надо был пакет какой-нибудь взять, а так, под мышкой. Так, Зинуля, Виктор Николаевич, посылка дошла в целости и сохранности. Нигде ничего не побито, не рассыпано. Все нормально. Спасибо вам большое. Сейчас будем смотреть, что там. Я даже не знаю, что там. Так, ну что, распечатываем? Распечатываем. Сейчас посмотрим. Такие пакетики интересные. Гвоздиковый. Чуть запах гвоздики. А. Вот. О, перец. Перец, гвоздику. А это что такое? Тут смесь перца. Короче, перцы. О, какие большие. Так. Ну, здесь разные приправы лежат. Корица. Ну, короче, это приправы. Так. Рукавички. Так. Салфеточка какая-то. Это что такое? А, это гвоздика. А это разрыхлитель для теста. Короче, приправы. О, какие красивые. Салфеточки. Так. Это печенье. Вот что такое. Это вафли. Перчатки кожные, теплые. Так. Это кофе. Так, самое главное вот что. Корзина. Виктор Николаевич придет в корзине. Поломалась немножко. Угу. Немножко поломалась. Жалко. Ну ничего. Что-нибудь придумаем. Ну так красивый, да? Смотрите, как он придет.
И такая легенькая. Можно хлеб сюда ложить. Да что, ничего. Так, есть что. Сейчас посмотрим. Так, вот платочки на соломе. Смотрим. Так, а что? А, мед. Блин, и тарелка разбилась. Ой, ну зря она так сделала. Так. И это мед. Ну, мед хорошо, скоро масленица, будем блины печь и мазать. Так, разбилась тарелка. Так, ну ничего, что теперь? Значит, не судьба ей у нас быть. Так, это чай. Сюда сложим. Это тоже чай с соусом. Она говорила, с соусом. Это вот тоже чай. Так. Вот тут чай. Так, а это разные конфеты. Конфет у меня. Сейчас мы выложим в корзину. У нас, знаете, я чай люблю. Так, здесь что-то такое. Такие конфеты. Персик в шоколаде. Так, а здесь тоже чай. Так, ну все. Большое вам спасибо за гостинцы. Больше ничего. Все. Там ничего уже нету. От корзинки вон тут. Так что, дорогие мои, спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья. Всего самого хорошего. Что вы нас не забываете. Ну, такой еще бокальчик. Тарелка разбилась, бокальчик остался целым. Красиво, да? Друзья, на улице уже стемнело. Видите, как темно. На улице пошло, что-то не пойму. Не то дождь, не то снег. А, нет, как гололед, что ли. Или дождь. Непонятно, что-то ничего. А вон, видите, падает. Ну, а я скотин только убрала. На этом всем говорю пока-пока. Всех вас обнимаю. Ваша Галюня. А вы думаете, я борщ сварила? Нет, сейчас пойду на ночь варить. Все, давайте, пока-пока вас. Вам.